Результат уже через 2 часа со 100% точностью. Компания-резидент Ульяновского наноцентра приступила к массовому производству тестов на коронавирус. По сравнению с предыдущим поколением, новый продукт компании «Тестген» отличается высокой эффективностью. С помощью теста можно выявить COVID-19 на самых ранних стадиях и в инкубационном периоде. Количество не в ущерб качеству. Производитель организовал работу по принципу разделения труда. Теперь у нас за каждую пробирку отвечает свой единственный выделенный человек. И такой конвейерный подход позволяет нам делать теперь в день, производить до 50 тысяч тестов. Это 500 наборов. А в ближайшее время мы планируем выйти на цифру 2 миллиона тестов в месяц. Ульяновским лабораториям не хватает мощности и технологий, а желающих провериться на COVID-19 предостаточно. Уже известны первые претенденты на новую продукцию. Именно поэтому сейчас принято решение губернатором о дооснащении лабораторий региональных. Это областная больница и детская областная больница. Первая партия уже готова. 10 тысяч тестов поставят в региональные больницы бесплатно. Руководитель компании «Тестген» вручил губернатору Сергею Морозову подарочный сертификат. Андрей Николаевич, спасибо огромное. Спасибо от всей Российской Федерации, которая с нетерпением ждет, конечно, вот эти тесты, тем более, что они обладают высоченной чувствительностью. Тест-система ульяновского производства также отправится в Татарстан, Самарскую область и другие регионы. Ожидают новинку и в Казахстане. Виктория Чиркова, Руслан Баталов. Новости УПРАВДЫ ТВ.